Ванга пророчила тяжелую судьбу этим трем знакам зодиака. Великая болгарская прорицательница Ванга предупреждала, что представители некоторых знаков зодиака могут ожидать трудности и различные препятствия на их жизненном пути. Кому же будет очень тяжело по жизни, я вам расскажу. Только для энергообмена подпишись. И да, напиши мне слово «судьба» в Telegram. И твоя жизнь изменится в лучшую сторону в эту же минуту. А мы начинаем. Первый знак – весы. Представители знака зависимы от окружающих. Они нередко подчиняются требованиям своих родных, друзей или начальства, что и становится причиной их неудач в жизни. Для того, чтобы облегчить судьбу, весам следует научиться брать на себя ответственность. Второй знак – близнецы. Неудачи и проблемы, возникающие на пути представителей знака, как считала Ванга, связаны с их закомплексованностью. Это качество заставляет близнецов постоянно что-то доказывать окружающим. Им следует вести себя спокойней. Нередко на пути к благополучию встают вредные привычки. И третий знак. Представители знака крайне эмоциональны и тревожны. Они склонны к депрессии по любому, даже мелкому поводу. Для того, чтобы облегчить свою жизнь, им следует заручиться поддержкой близких людей. Только благодаря искреннему общению они смогут достичь успеха. И это рак.